О продуктовой инфляции на примере своих скромных аппетитов сегодня рассказал министр торговли и интеграции Арман Шекалиев. В выходные он прошелся по магазинам и купил продуктовый набор из хурмы, помидоров, огурцов, мяса, кисломолочки и двух лепешек. Министр сказал, цитата, «Я сам удивился, но эта крупная закупка обошлась мне в 24 тысячи тенге». Конец цитаты. Хотя, по его словам, новогодний стол шире, там 37 видов продуктов. И по данным ведомства, они подорожали за год на 10%. Во сколько конкретно может обойтись новогодний стол казахстанцев, зависит от конкретных аппетитов каждого, считает Шекалиев. Сумма, ну это вот я говорю, я взял не 37 позиций, а вдруг я Новый год с лепешкой, вы же не знаете. Поэтому, коллеги, значит, Новый год сугубо индивидуальный праздник, но все считают индекс Оливье, да, и так далее. Поэтому все зависит от вашего аппетита, вашего кошелька.